Назовите место, где вам комфортнее всего. Дом. Дом. Верите ли вы в удачу? Да. Да. Какого цвета глаза у белки? Рыжего. Не знаю, не замечал. В каком году родился великий русский поэт Михаил Лермонтов? О, вот это я тоже не знаю. Не помню. Какие цвета у герба города Щелково? Синий точно есть. Белый, синий, там еще какой-то. Продолжите фразу. Там, где клен шумит... Не могу вспомнить. Самые известные песни Юрия Лозы. Не слушал Юрия Лозу. Я его даже не знаю. Почему курица не летает? Крылья маленькие. Не могут. Нет у них крылья. Ну, крылья есть, но они как бы не приспособлены для полетов. Сколько снято фильмов о Гарри Поттере? 5 частей, по-моему. 6. Можно в Щелково заработать $1 000 000? Нет. Если хорошо постараться, то можно. А где можно, поконкретнее? Ну, тогда, если строительством заняться. В чем отличие между рэпом и хип-хопом? Ну, рэп — это андеграунд, более жесткий, а хип-хоп — это более такой музыкальный, более, короче, на слух восприимчивый для людей, для слушателя. А рэп — это андеграунд. Ну, в принципе, отличий не особо. Если человека долго кормить медом, он зажужжит? Нет. Нет. Вы носили в детстве колготки? Да, когда маленький был. Да. Столица Италии? Париж, наверное. Рим. Роза Рымбаева – писательница, певица или стилист? Не знаю. Стилист, наверное. Валентиновка, Загорянская, Соколовская. Назовите последующие 5 станций. Болшево, Подлипки, Мытище. Валентиновская, Загорянская, Соколовская. Воронок, Щелково, Гагарина, по-моему, дальше идет. Почему курить вредно? Ну, потому что это вредно. Потому что это действует на организм. На легкие влияет. Из туристической поездки в Германию вы привезете? Сувенир. Сосиски. Пиво. Чем отличается программа «Худсовет» от программы «Диалог»? Не знаю. Не знаю, не слышал о таких программах.